Российские военные в середине октября обсуждали возможности и сроки применения ядерного оружия в Украине. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные американской разведки. При этом газета подчеркивает, что президент Владимир Путин не принимал участия в этом разговоре. В недавнем заявлении Министерства иностранных дел России о предотвращении ядерной войны говорится, что, цитата, «реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства». Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби не стал комментировать информацию «Нью-Йорк Таймс», но подчеркнул, что само обсуждение темы применения ядерного оружия вызывает встревоженность Вашингтона. «Мы до сих пор не видели никаких признаков того, что русские ведут подготовку к такому использованию. Но все это вызывает у нас глубокое беспокойство. То, как Путин говорит об этом, было бы безответственным с его стороны. Как и с нашей стороны, было бы безответственным не воспринимать всерьез этот и любой другой индикатор, за которыми мы наблюдаем». Участившуюся ядерную риторику со стороны России связывают с ее растущими потерями на поле боя, в то время как Москва обвиняет Запад в намеренном нагнетании темы. Расчеты! Пост немедленно!